Ну что, ребята, всем привет, мы продолжаем проходить вам Life is Strange 1, это финал, финальная серия по данной игре. Прошлая серия была очень интересной и очень просто, сюжет тут так закручен, это забейте. Не видели прошлую серию, вообще, если вообще не видели всю игру, все находится на плейлисте полном прошлении данной игры, и там ниже находится подсказки, там закреплена. Там закреплен первый видос, это прошлая серия, да, посмотрите, обязательно очень закрученный сюжет и очень... Интересная серийка получилась. И там же плейлист находится, да? Закрепленный, да? С помощью данной игры. В этой серии финал, ребята. И посмотрим, к чему же все приведет. Поэтому, Саша, подумай, надевайте плейлист, обязательно приятный аппетит. Куш, приятный аппетит, как пидели и пидели. При этом просмотре мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, в этой серии мы с вами едем к Ворону, На этом мы с вами остановились. Прям здесь не будет АПшки, не будет АП за трекс. Уже почти не ребят, прилетит укушить. Поспеши, девочка, поспеши. Пошли со мной. Сначала нужно помочь остальным.
Как же больно смотреть на все эти трупы. Прости, мать. И как же мне выбраться? Надеюсь, мы выберемся отсюда, Хлоя. Как же грустно стало. Неужели это конец? Давай! Нам нужно скорее бежать отсюда! Мне нужно подышать. Мне нужен воздух. Пожалуйста, пожалуйста. В закусочную. Мне нужна фотография Туорна. Бля, жестко. Бля, можно было бы помочь или нет тогда? То есть женщине, то есть можно было бы помочь? Я думаю, да, можно было бы. Сейчас мне туда не надо. Сейчас мне туда не надо. А как? О, песок вижу. Понятно. Да. Черт, хоть завалило. Нужно найти другой путь в закусочную. Самые настоящие чудовища — это люди. Да уж. На территории Аркадия Бэй объявлено сильнейшее штормовое предупреждение.
округе работают спасатели. Макс! О, Макс! О, боже, дорогая, я так рада тебя видеть. Ты в порядке? Да. Вы-то сами как? Закусочные еле-еле держатся. Не знаю, переживем ли мы торнадо. Бедный офицер Берри и все люди, оставшиеся на улице. Знаю. Макс, ладно, заходи. Уоррену удалось собрать оставшиеся медикаменты. А мне нужно вернуться к этому джентльмену на полу. Тут не так много, Джойс. Но это все, что у нас есть. Ты в порядке? Как я мог игнорировать все эти предупреждения, Макс? Снег, затмение. Ты бы все равно ничего не смог сделать. Какой же я дурак. Я должен был это предвидеть. Я так рада, что все в безопасности. Но мне нужна фотография Уоррена, чтобы помочь Хлое. Прости, прости, прости. Ладно, Макс. Ты уж прости, но мне нужно проведать второго джентльмена. Фрэнк, я так рада, что ты здесь. Я тоже. Вот бы еще Рэйчел была тут. Кстати, вам помогла та информация, которую я вам дал? Вы с Хлоей узнали, что с ней случилось? Фрэнк, я не знаю, как сказать тебе. Так что скажу прямо. Рэйчел умерла. Господи, нет, умоляю, только не она, только не Рэйчел. Да быть того, блядь, не может. А ты уверена? Откуда ты знаешь? С помощью твоего списка мы вышли на старый амбар. У моего преподавателя Марка Джефферсона есть жуткая комната для фотосессий. Через Нейтана он доставал наркотики, накачивал ими студентов Блэквелла и фотографировал. Прескотт? Блядь, сука, я так и знал! Не нужно было вообще связываться с этим уебаном. Помпиду его ненавидел. Так ты видела, Рэйчел? Да, но лучше бы не видела. Мне очень-очень жаль, Фрэнк. Нейтан хотел впечатлить Джефферсона, и он убил ее. Как? Как он ее убил? Накачал ее, и это вызвало передоз. Передоз? Нейтан мог раздобыть наркотики, только... Только у меня. Я убил свою львицу. Нет, нет. Что я наделал? Где этот ебаный Джефферсон? Теперь он за решеткой. Где уже никому не сможет навредить. Рэйчел. О, боже. Она была единственным лучиком света в моей жизни, Макс. Я, конечно, понимал, что она слишком молода. Был почти уверен, что она бросит меня, но не таким образом. Я бы никогда не остановил ее в погоне за своей мечтой. Я знаю. И Хлоя тоже. Я знал, что они с Хлоей были близки. Ревновал даже. Но... Теперь я понимаю, почему Рэйчел так за нее держалась. Хлое хватило смелости попросить меня о помощи, хоть мы и не особо ладили. Хлоя оценила бы твои слова. Когда я впервые встретился с отцом, этот ублюдок процитировал Библию и сказал, что хочет войти оправданным в свой дом. Иными словами, поступить правильно. И я тоже этого хочу. Может, ты мне в этом поможешь, Макс? Не пойми меня неправильно, я все еще думаю, что ты странная, но клевая. Макс, пожалуйста, я... Хлоя. Я не верю, что моя речь... Я не могу сейчас говорить. По крайней мере, у Фрэнка все еще есть Помпиду. Пока со мной, Помпиду. Ненавижу говорить, я рад тебя видеть, но я и правда рад тебя видеть. Ничего. Главное, что ты в безопасности. И теперь я знаю, что ты можешь за себя постоять. Давно нужно было поставить его на место.
Черт, Макс, не верится, что ты приехала сюда во время сильнейшего шторма ради одной фотографии. Ну, то есть, ты же приехала не ради меня. Уоррен, я приехала ради всех вас. Просто скажи, что фотография у тебя. Я просто хочу... Заткнись и послушай. А, да, ты наконец расскажешь то, что не сказала тогда на парковке. И мне жаль, что не сделала. Так что расскажу сейчас, не вдаваясь в подробности. Просто поверь мне, хорошо? Не вопрос. Рассказывай, пока есть время. На уроке Джефферсона у меня было видение о торнадо, уничтожающем Аркадия Бэй. Я вышла в туалет и увидела, как Нейтан Прескотт застрелил мою лучшую подругу. Ну что, улавливаешь? А что тут улавливать? Продолжай. А потом выяснилось, что я могу перематывать время. И оказалось, что Марк Джефферсон психопат и очень опасен. Ухо-хо-хо. А что еще? Я должна вернуться назад во времени. Джефферсон убил... Убил Хлою. Я не могу позволить этому случиться. Я должна что-то предпринять. Макс, твои перемещения во времени, вот из-за чего буря. Это все из-за меня? Как? Я не ученый. Хоть и притворяюсь им в школе. Но это похоже на действие противодействия. Теория хаоса. А что случилось с Джефферсоном? Он навредил тебе? Через Нейтана он добывал дури деньги. Суждаю. Джефферсон связал меня. Суждаю. Накачал каким-то наркотиком. А потом фотографировал меня. Это было так ужасно. Макс, мне так жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты самый смелый человек из всех, кого я встречал. Да я теперь хочу убить этого ублюдка. Где он? Пойман. Это все долгая история, которую мне срочно нужно изменить. Разве это плохо? На каждое действие есть противодействие. Каждый раз, изменяя время, ты запускала цепную реакцию. Даже в природе. Весь этот хаос. Моя вина. Да успокойся. Силы-то эти ты явно не сама себе дала. Наверное, мы никогда не поймем, магия это или наука. Проделки волшебника это или червоточина. Но ты явно часть чего-то большего. Я не верю в судьбу, но за эту неделю я понял, что ни хрена не знаю. Не ты один, Уоррен. Я знаю, что ты здесь не просто так. А вот почему тебе придется самой узнать. Макс, мне жаль, что ты ввязалась в это... Я даже не знаю, как эту хуйню обозвать. Но я уверен, что ты поступишь правильно, когда придет время. Я так горжусь тобой, Макс. Что может быть важнее этого момента? Так еще и быть с тобой в такое время. Это тебе спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что ты рядом. Всегда. Соберись, Джойс. Хорошая работа, Уоррен. Надеюсь, этих припасов хватит. Я и сам хотел было поехать. Эй, береги себя. На удачу. Если мы не переживем ураган, я хочу сказать... Знаю, Уоррен. Ну а как же? Теперь я буду принимать только правильные решения. Клянусь. Поэтому ты супер, Макс. Да. Жестко. Давай, погнали. У нас мало времени, пошли, Макс.
Хлоя! Чувиха, да что на тебя нашло? Я просто рада, что мы вместе. Вам что-то нужно обсудить? Не парьтесь. Все нормально. Я тоже рада, что ты со мной. Да что происходит, Макс? Нам нужно найти Нейтана. Он заплатит за то, что сделал с Рэйчел. Идем, живо. Хлоя, стой, послушай. Я могу идти и слушать. Остановись и хоть раз выслушай. Ладно, Макс, я слушаю. Хлоя, тебе нельзя идти на вечеринку. Иначе ты умрешь. Ты что, уже напортачила? Со временем и я там сдохла? Не совсем. Ты должна подстраховать меня, чтобы этот гаденыш Нейтан Прескотт никогда со мной не справился. Но дело не в нем. Марк Джефферсон убил тебя и других. Джефферсон? Твой препод? Что за бред? Это Нейтан серийный убийца. Мы это доказали. А теперь прошу меня извинить, но мне нужно на вечеринку ради общей безопасности. Нейтан мертв. А ты в опасности. Что, этот мудак уже сдох? Откуда ты знаешь? Потому что я была там. Макс, расскажи мне, что произошло. Ну же. Джефферсон похитил Рэйчел и нескольких девушек. Он манипулировал Нейтаном, а потом убил его. Значит, пробил час Джефферсона. Я пойму и не буду тебя винить, если ты не захочешь в этом участвовать. Хлоя ведь знает о моих способностях. Она должна мне поверить. Теперь прошу меня... Нейтан... Что это? Потому что... Макс... Хлоя... Джефферсон накачал меня и похитил. Связал в своем бункере. Ты понятия не имеешь, через какой ад мне пришлось пройти. Я не могла позволить тебе погибнуть. Ради тебя я вернулась, и я не могу снова тебя потерять. Я не могу. О, Макс, мне так жаль. Это ведь я втянула тебя во все это дерьмо. Никто не должен проходить через это, особенно ты. Теперь мы просто обязаны его остановить. Пуля нам в помощь. Нет, только не так. Хлоя, я не могу продолжать все время что-то исправлять, если с каждым разом становится все хуже. Я знаю, к чему это приведет, и я боюсь проебать все эти альтернативные реальности. Альтернативные реальности? Что ты сделала? Ты о чем? Хлоя, я... Несмотря ни на что, я скажу тебе правду. Я изменила твое прошлое, и мне пришлось сделать ужасный выбор, и я... Макс, скажи мне, я не буду злиться. Хлоя, я вернулась в прошлое, в последний день жизни Уильяма. И не дала ему сесть в машину. Но потом вместо него в аварию попала ты. Ты видела моего отца? Ты была полностью парализована. Ты мучилась от боли, и ты медленно умирала, и поэтому ты попросила прервать твою жизнь. Но, Хлоя, я не могла так поступить. Я должна была вернуться в это время, снова тебя увидеть. Должна. Господи, Макс, Должно быть, это было ужасно. Мне так жаль, что ты прошла через это. Тебе пришлось гораздо хуже. Но я понятия не имела, что произойдет, и, как обычно, я все испортила, и... Я больше не причиню тебе боли. Никогда. Ты должна мне поверить. Конечно, я тебе верю. Думаешь, я бы знала, как поступить в подобной ситуации? Никто бы не знал. Главное, что мы с тобой снова вместе. Ты права. Поэтому ты должна пойти со мной. Так мы будем вместе и будем живы. Я понимаю, Макс, но ты действительно думаешь, что Джефферсону все должно сойти с рук? Разумеется, нет.
Если мы расскажем все Дэвиду, он нам поверит и сможет его остановить. Так? Я не понимаю, почему ты хочешь ему довериться после всего, что было? Он даже не живет с нами. Дэвид постоянно следил за Джефферсоном. Он знает больше нашего. Ну, кроме того любопытного факта, что он следил за всеми, Макс. И за твоей подружкой Кейт. Извини, но я ему еще не верю. Дело за нами, Макс. Нет, послушай меня. Подожди, Хлоя. Хлоя! У тебя почти получилось, Макс. Ты справишься. Черт! Она не хочет меня слушать. Придется перемотать и снова попробовать. А теперь прошу меня извинить, но мне ну... Нейт... Так. Что это? Под... Мак... Хлой... О... Нет... Аль... Мак... Ты видела мы... Ты... Хлоя, Дэвид спас меня от Джефферсона. Если бы он не нашел проявочную, я бы уже была мертва. Макс, я понятия не имела. Я должна была тебя спасти, но я рада, что Дэвид оказался там. Ты каков план? Расскажем ему все. И о том, что Виктория тоже в опасности. Хорошо. Ты через многое прошла. Я тебе верю, Макс. Я ведь все еще твой верный напарник. Да, именно так. Послушай, через пару минут я ничего из этого не буду помнить. Абсолютно. Мы должны остаться в твоей комнате и ничего не делать. Потом мы расскажем все Дэвиду и позволим ему сделать свою работу. Тебе придется в точности мне все пересказать. Просто объясни, что я путешествовала во времени через фото. А ты поверишь мне? Я всегда верю тебе, Хлоя. Так. Так. Путешествие. Замолчи. О, ты жива. Ты жива, Господь. Мы обе живы. Я столько всего сделала, чтобы вернуть тебя. И оно сработало, сработало. Ты снова со мной. Похоже, даже судьба не хочет нас разлучать. Ты прошла столько реальностей только ради того, чтобы спасать меня снова и снова. Надеюсь, не зря. И... Я не виню тебя за то, что хотела вычеркнуть меня из своей жизни. Перестань. На этой неделе я настоящая королева драмы и Аркадий Бэй. Ты только посмотри, что натворили мои силы за такое короткое время. Я же никто. Да ты же Макс Матюкол, воин времени. Ты такая добрая, заботливая, лучшая. Подруги не придумаешь. Правда. Ты же этого не просила, но это произошло. И ты должна принять, насколько ты потрясающая. Может, я все это как-то спровоцировала? Ведь я всегда хотела особенную жизнь, как приключение. Но не без тебя. И этого не случилось, пока я не вернулась обратно. Вот видишь, без тебя моих сил никогда бы не было. Наверное, по каким-то научным, мистическим причинам, которых нам никогда не понять. Мы должны были быть вместе. Именно в этот момент истории. Мне иногда кажется, что это Рэйчел где-то там. Жаждет правосудия.
Хотелось бы мне в это верить. Мы все обязаны Рэйчел Эмбер. Теперь расскажи мне, что случилось. Ты же все помнишь, да? Мы ушли с вечеринки и убедились, что Джефферсон нас не найдет. Так. Впервые я рада, что живу в своей неприступной крепости. А потом начался шторм, и ты сказала, что на маяке мы будем в безопасности. Хлоя, послушай. Шторм приближается. Он совсем близко. Даже не верится, что все это происходит. И происходит из-за меня. Прекрати. Прекрати себя корить, ладно? Мы все уже настрадались. Ты только посмотри. Кто знает. Может, этот шторм месть Рэйчел. Наша месть. Маяк вне зоны торнадо. Давай! Я держу тебя, Макс. Воу! Что, блядь? Как говорится в фильме Альфреда Хичкока, маленькие частички времени. Бля, мурашки пошли, аж мурашки пошли. Какого черта? Ебать, как эти все закручено. Эти частички запоминают нас лучшие и худшие я моменты. Я снова должна слушать лекцию Джефферсона. Похоже, я в аду. А теперь... Вы можете назвать фотографа, который идеально... Окей, это какая-то жесть. Неужели я застряла во временной петле? Кто-нибудь? Бьюлер? Диана Арбус. Успокойся. Молодец, и Виктория. Не нервничай. Почему Арбус? Рано. Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, глядя в глаза матерей и их детей. Она видела человечество. Погодите, что происходит? Почему никто не обращает на это внимания? Только никому не говорите. Нет, ну серьезно. Весь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять момент полного отчаяния. Что, блядь, происходит? Все пропали. Неужели я совсем расхерачила время? Это бессмыслица какая-то. Прости, Кейт. Еще рано, сволочь. Макс, если ты это читаешь, значит, ты мертва, мистер Джефферсон. Целую обнимаю. Это уже чересчур. Что, бля, происходит? Кого, блядь? Рэйчел этого не заслужила. Что происходит, блядь? О, нет. Я не куплюсь на это. Не куплюсь. Москов ведь не унаженство, она приносит боль всем, кому помогает. Да, лузерня, фотоконкурс 2014, Макс уже победил, потому что уже проиграл, так что можно не заморачиваться с участием. Я вижу тебя, Макс Колфилд. Даже не думаю уходить, пока мы не поговорим о твоей фотографии. Кого, блядь? Мне просто интересно узнать, не желаешь ли ты провести остатки своей жизни в проявочной? Твоя непорочность меня так вдохновляет. Мы могли бы быть так счастливы, будучи вместе. Кому нужны селфи, когда я могу подарить тебе портреты? Я бы никогда в жизни такого не сказала. Никогда. Я так рада, что наконец-то кто-то убил Хлою. Только вспомните, сколько раз я чуть не сдохла из-за этой сучки. Ну, бля, не то. Можно сказать, что вы оказали нам обоим огромную услугу. Хлоя. Она никогда не сможет тебя ценить так, как я, Максим. И да, я настаиваю на том, чтобы называть тебя Максим. Всегда. Это не за правду. Я в это не верю. Я вижу тебя, Макс Кол. Я бы такого не сказала.
Мои селфи – дерьмо. Меня должен снимать настоящий художник. Мое призвание – позировать. О да. Ты будешь позировать для меня. В мире так много ракурсов, под которыми я хочу тебя запечатлеть. Надеюсь, ты не против игл и изоленты? Сюда? Что, блядь? А, типа, нам не дадут нормальный вариант? Типа, тролли? Я вижу тебя. О, господи. Я не хочу это говорить. Мне нравится думать, что это наша проявочная. Лишь в ней я чувствую себя в безопасности, защищенной от бури. Конечно, Макс. Я могу вечно фотографировать тебя. Ты можешь быть моей моделью до самой... вечности. Вместе мы будем так счастливы в темноте. Главное, оставайся непорочной. Я не потерплю, если ты станешь грязной, как Рэйчел. Или Хлоя. Осуждаю, бля, долбоеба. Что, блядь, происходит, нахуй? Я не пойму, блядь. Что, блядь, творится, нахуй? Шва открыта, блядь. Как же трахло ему? Человеком, которому я доверяла. Хотя ты никогда меня не слушала. Теперь я никогда не попаду в рай. Вместо этого ты заточила меня в ад. Вечное одиночество. Нет, Кейт, и я лишь пыталась тебе помочь. Ебать. Кого, блядь? Не обращайте на меня внимания, офицер. Я тут лишь для того, чтобы стащить ключи наркоторговца. Так. Погнали в эту дверь. Сходим. Нам тут расскажут все? Нет. Ты все равно поищи ключ. На всякий. Что, блядь, происходит? Мы просто лабиринтами ходим, да и заебись, блядь. Бля, я где-то в какой-то игре видел такой прием, это классный прием. В игре сделан классный прием. Реально классно сделано. Я так понимаю, надо... Караванный дроид, представляю вам запасные ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Интересно, что будут говорить еще. Этому нет конца. Лучше, как бы мне что-нибудь отыскать. 218. Лучшее время для розыгрышей. Ключи, пожалуйста. Кого, блядь? Тара Гарсия? Это кто, блядь?
кого, блядь? Селфсиська ты, нах. Виктория Чейс рулит. Ну, Макс, ты же срулит. Я могла бы принять тебя в циклон. Пиздец, что происходит здесь? Держись от меня подальше, чудила. Ну, давай, хорошо, вот ее комната, по идее, была. Опа. Так, теперь нам нужно в свою, да, комнату? Фотки везде. Ебать, это что нахуй? По идее, вот наш комнат. Психоделик или что, блядь? Это психоделик или что, блядь, я не пойму. Хватит. Что? Хватит строчить, дорогой. У меня компьютер сломан, не. У меня игра сломалась. А. У меня игра сломалась или что, блядь? Че с игрой, блядь? Не пытайся скрыться, Макс. Иди сюда. Дай тебя сфоткать. Джефферсон снова ищет Макс, меня. Раньше ты была такой непорочной, такой невинной. А теперь тебе придется умереть. Прошу, Макс, пойми меня. Единственное место, где я могу быть с собой, это в проявочной. Куда подевался твой энтузиазм, Макс? А я-то думал, что... Возможно, на маяке я буду в безопасности. Или я проснусь. Теперь я понимаю, что тебе никогда не стать художником, а фотографом уж тем более. Что происходит, блядь? Что происходит? Окончен. Стелс, блядь, какой-то. Уже скучаю по тем дням, когда ты смотрела на меня своими широкими глазами. Я снова хочу быть твоим преподавателем. Столько многому еще можно тебя научить. Да, это еблан. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэлл. И я здесь, чтобы оклеветать Макс Колфилд. Кого, блядь? Стой, Макс. Внимание. С прискорбием сообщаю, что одна из наших любимых одногруппниц, Максим Колфилд, погибла в результате печальных обстоятельств. Макс, где ты? Макс, выходи поиграть. Давай поиграем. Я была кнопка, чтобы к ебеням взорвать эту школу. Обезьяничать. Кто хочет пойти обезьяничать? Обезьяничать. Я не...
Как только я узнаю, кто рылся в моих документах, то тут же натравлю на них Дэвида Мэтсона. Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично. Я был прав насчет того. А, ты же уничтожила весь город. Каким же успехом могла столкнуть ее? Эй, Макс. Пожалуйста, подойди. Я отмудохаю тебя в кровь. Кому, блядь? Тащи свою костлявую задницу сюда. Я распотрошу тебя, тварь. Угу. Это были мои бобы, Макс. Это были мои ёбаные бобы. Я могу тут же войти в каждый сантиметр ее кожи и почувствовать эту холодную, гниющую кожу. Стоп тебя, Макс! Проснись! О, нет. Бутылки. Похоже, это ад. Макс! Макс? Эту холодную, гниющую в аду позирует для меня. Но их не так уж и трудно находить. Только потому, что я долбанный псих. Я не заслуживаю смерти. Хо-хо! Ты должна была услышать, как Хлоя поливала тебя грязью. Это было жестко. Хотя, конечно, я теперь понимаю, что она имела в виду. О, нет, 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 нет! Может, если бы ты взяла немного наркоты у меня, то была бы счастлива. Кажется, тут еще можно найти бутылки. Ну, естественно. Помогал мне Макс, особенно теперь, ты. Теперь, когда Рэйчел мертва, и когда же я заработала плохую бутылочную карму? Твою тушку рядом с Рэйчел и сделаю просто эпический снимок. Макс! Эпический снимок. Макс? Да иди ты нах. Макс. Осталась всего одна? Макс. Я хочу поделиться с тобой своим даром. Ты все ж ты, блядь. Может, если бы ты взяла немного наркоты... Теперь, когда Хлоя мертва, ты больше не будешь отвлекаться на урок. Тушку рядом с Рэйчел и сделаю просто эпический снимок. Тащи. Вот ты где. Эй. Может, если бы ты взяла немного наркоты у меня... Эй! Ты взяла немного наркоты у меня, то была бы счастливее. Макс, Макс, я хочу поделиться. Тащи свою костлявую задницу сюда. Если бы ты могла видеть Рэйчел, моего кровью запятнанного ангела. Где еще одна бутылка? Раз Кейт больше нет рядом с нами... Мне нужен доброволец для проявочной. Вот Макс? Рэйчел выглядел как модель зомби в той грязи. Только кости, мясо и опарыши. О, я был весь в этом дерьме. Не хочешь сделать пару снимков? Макс, у Рэйчел были не только потрясные снимки. Нужно войти в каждый сантиметр ее кожи и почувствовать Макс, эту холодную, гниющую. Не хочешь поздороваться с Рэйчел? Она даже в аду позирует для меня. Ты должна была услышать, как Хлоя поливала тебя грязью. Это было жестко. Я не заслуживаю. Хотя, конечно, смерти, я Макс. Понимаю, что она имела в виду. Эй, постой! Макс! Иди сюда! Меня. Ты должна была услышать. Только потому, что я долбанный псих. Я не заслуживаю. Вот ты где. Эй, Макс, не хочешь поздороваться с Рэйчел? Она даже в аду. Где еще? Только потому, что я долбанный псих. Я не заслуживаю смерти, Макс. Я все просто уже обошел. Стой, Макс! Макс! Потрясно.
Эй, Макс, не хочешь поздороваться с Рэйчел? Она даже в аду позирует для меня. Эй! Чего ты так смотришь? Только потому, что я долбанный псих. Это я не заслуживаю смерти. Хотя, конечно, я теперь понимаю, что она имела в виду. Больше не вижу никаких бутылок. Может, если бы ты взяла немного... Кажется, тут еще можно найти бутылки. Ну, естественно. Ну, я нашел, сколько нашел. Больше нет-то вообще. Тайване сделано что? Не спорь с шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да. Я расскажу ей. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Еще $1 в банк ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. Да это же обдираловка. Ага, нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, и попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. И даже не вздумайте... Привет, Макс, не понимаешь? Привет, Хлоя и Джойс. Не забудь мне что позвали. Осуждаю. Добрый вечер, я Макс. Белки умеют со мной говорить. Но как это делаешь ты? У Смайли ведь нет телефона. Рэйчел, привет, Макс. Рэйчел Эммер на связи. Просто захотелось представиться. Скоро увидимся, очень скоро. Пиду. Сука, не смей связаться с Фрэнком или со мной. Еще по вкусняхам. Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые Джефферсоном. Он идеально запечатлел тебя. Если вдруг захочешь, можем вместе потусить, осуждаем. Макс, твоя подруга Хлоя, та, которую ты бросила в коляске в другой, реально, осуждаю. Разве я тебя не поблагодарил перед тем, как ты свалил в другую жизнь? Ты не только плюнул на мою просьбу, но еще и сразу же прыгнул в эту фотографию. Сколько, блядь, еще раз ты бросишь меня одну? Или хиппи? Устраивать дегустацию вин. Трэш, да. Трэш. Что еще происходит? Сколько еще будет длиться этот кошмар? Думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рэйчел Эмбер. Но не в Макс. Макс просто тупой ребенок. Господи, и не говори. И она никогда не замолкает. Не так ли? Меня так достала ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже всех достала в Блэквилле. Давай это докажем. Святое дерьмо. Макс клеила нас обоих. Судя по ее поступкам, не такая уж она невинная. Но никогда она пытается нас обоих клеить. Я просто хочу пойти обезьяничать с тобой, Хлоя. Иди сюда. Черт, да ты сексуальная сучка. Чё ты тусуешься с этой Макс? Скука смертная. Она мне скорее как прислужница. Понимаю. Не хочешь пойти на тусу? У меня до хера наркоты. Осуждаю. Макс шпионит за нами. Делай уже твой ёбаный снимок, сука. Ну или селфи.
Вот видишь, как надо отрываться, Макс. Никаких тебе мошпитов, девчуля. Блин, Виктория, вот ты настоящая женщина. Не то, что эта девчонка, Макс. Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Поверить трудно. Мы так долго искали друг друга. Ебать. Почему ты получила способности? Ты ведь даже не умеешь ими пользоваться. Рэйчел мертва, а ты все еще жива. Жизнь несправедлива. Лучше бы ты не возвращалась в Аркадия Бэй. Буря здесь — это ты. Что происходит, блядь? Пиздец. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. Охуенно. Зашибись. Комната вся исписана числами. И как я найду нужный код? Тридцать девять и десять. А нет, 39 подчеркнуто, видишь? 90 39 39 1. Ну либо это вот этот 39 27, попробуем его. А, 27, блядь. Ой, 39, 20. А что тогда? Никак не поможет это? 03 подчеркнуто и 39. 39 03. Бля, либо это я нахуй, ну. А почему зеркало не отражает эти номера? Ха, 11 11 30. Или 03 11. Ноль три. Блять. Не убивай нас, Макс. Выходит, я теперь никогда не потанцую, Макс. А я только хотел. Я не верю, что ты меня поцеловал. Я всегда считал тебя теперь ты меня убьешь. Спасибо. Значит, за то, что моему мужу и ребенку. Мне бы очень хотелось быть твоей подругой. Но прошу. Кто? Кто ты? Твою ж овсянку, ты серьезно? Это ты, идиотка. Ну или одна из тех Макс, которых ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться? Теперь тебе нужна помощь? Думала, ты контролируешь всех и вся, да? Хотела обвести время вокруг пальца? Я пыталась всем помочь. Все, чего я хотела, это поступать правильно. Все, чего ты хотела, это стать популярной. Заметил на футболке, еле да? Успела получить свои индивидуальные Смотри. Силы, а уже задумала дурить людей, делая вид, что тебе на них не наплевать. Заметил, у нее на футболке бабочки нарисованы, а посередине череп. Это правда. Я впустую расходовала свои силы, чтобы со всеми дружить. Но наконец-то ты это признала. Но слишком поздно, учитывая, сколько ты уже наворотила. Но у меня же есть еще друзья. И моя сила нескольким помогла. Брось, хватит притворяться невиновной. Ой, из ты тебя футболка, так и прет лицемерие.
Лама. Ты оставила за собой дорожку смерти и страданий. Это не моя вина, сучья ты дочь. Не смей так говорить о нашей маме. Ха. Давай поговорим о том, что ты натворила. Погоди, дай угадаю. Ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной подружки Хлои? Думаешь, она всего этого стоит? Это касается всех. Дело не совсем в Хлое. И даже не во мне. Боже, какая же ты бескорыстная, Махатма Макс. Обидно, что ты просрала свою силу на школьные проблемы. У Хлои и то лучше получалось вызывать у меня чувство вины. Потому что ты позволял ей издеваться над тобой. Это стокгольмский синдром. О, ты не учила эту тему. Ничего, испытаешь на своей шкуре. Как и Рэйчел. Да заткнись ты. Тебе меня не напугать. Я бы больше боялась, что Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Что она нас хоть каплю уважает? Блин, какая же ты тупая. Мне стыдно носить твое имя. Когда-нибудь твоя Хлоя уничтожит. О, черт, помянешь дьявола. Чувиха, не еби ей мозги. Она знает, через что мы прошли за эту неделю, а ты нет. Ты не сможешь нас разлучить. Вот где правда. Прошло 5 лет, а ты все та же Макс Колфилд. Я и правда рада тебя видеть. С возвращением. Пристегни ремень. Помнится, у тебя недавно был день рождения. Это камера моего отца. Теперь она твоя. Да, как же это круто. Спасибо. Камера просто потрясная. А это все, что было, типа? Ну, раз уж мы снова стали подружками, давай закатим тусу. Хей-хей, долбанутый на всю голову. А ну-ка спляшем. Потряси своей тощей задницей. А лучше сфоткай меня. Показывай то, что было. Охуенная песня. Давай, хиппи, танцуй. Жги, подруга. Ну, показывай мне все, что было между Хлоей и Макс. Выруби. Между Хлоей и Макс покажи все, что было. Давай прячься. Видимо. Быстро. Такие хорошие моменты. Мой отчим убьет меня, если тебя здесь увидит. Типа хороший момент показывают. Между Хлоей и Макс. Между Хлоей и Макс. Хороший момент. Но сегодня ты была рядом. Ты спасла меня. Я до сих пор в шоке. Встретить тебя после стольких лет. Судьба. Если это судьба, я надеюсь, мы отыщем Рэйчел. Я скучаю по ней. Это что за хрень? Итак, покажи, что ты можешь. Эпик. Я клянусь верности великой Макс и ее магической силе. Ты можешь перематывать время. Это же полный пиздец. Надо сыграть. Тебе нужен надежный напарник? Ладно, чудо-девочка. Пойдем в твою берлогу. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и неопозданную. Похоже на тебя. Ты хоть понимаешь, насколько это круто? Моя лучшая подруга вернулась, да еще и прокачанная. Я... Мне... Что-то нехорошо. Макс, пойдем-ка покажу одно место. Ты меня перепугала. Тебе стало легче? Ты снова спасла меня. Боже. Красиво, Зон, красиво. Мы теперь навеки связаны. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и компаньоном. Мои силы не могут быть вечны, Хлоя. Ну и ладно. Зато мы вечны. Я так рада, что именно ты мой напарник. Ты, главное, оставайся рядом. Спорим, я открою эту дверь быстрее тебя, взломщица? Гонка началась. До встречи. Добро пожаловать в мои владения. Святое дерьмище. Понятия не имею, как ты туда попал, но у тебя получилось.
Макс, посмотри-ка на эти файлы. Это не рисунок, Хлоя. Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Бомбочка! Гляньте, в мои воды забрела выдра. Твоя сила все меняет, Макс. А главное, она меняет тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты уже не та сыкуха, которую я знала. Спасибо, подруга. Ну, а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась здесь. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Прячься! Бежим! Тебе нельзя в общагу, ты же как блэквельский беженец. Переночуешь у меня. Фото-жаба! Фото-свинка. После вчерашнего мир кажется совсем другим. Вчера мы там оставили коричневый знак. Хотела бы я проваляться так все утро, как раньше. Наверное, мне пора вставать. Скоро идти в Блэквелл. Дважды спорю. Целуй меня. Черт! Да ты жжешь, Макс! Теперь я могу написать твоему другу и сказать, что у него нет шансов. Ну, разве что ему нравятся лесби. Но ты зараза. Какая шикарная тачка! Прям как в сериале «Во все тяжкие». Как было бы круто уехать на ней куда-нибудь на побережье. Знаю. Дай помечтать. Меня тянет блевать от мысли, что Рэйчел ему позировала. И писала любовные записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновая из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать влюбляется в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Пока я не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Черт, как мне повезло, что мой отец так крут. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Понимаю, но я рада, что я здесь. Умоляю, не надо относиться ко мне как к ребенку. Я же все еще могу смеяться и говорить с тобой о всякой херне. Остановимся. Отсюда и впрямь великолепный вид открывается. Как это фотографы называют? Золотой час. Да, это жесть. Да. Это трэш. Вау, крутая фотка. Мы такие классные пиратки. Жаль, что мы не покорили Аркадия Бэй, пока у нас была возможность. Слушай, Макс. Моя дыхательная система с каждым днем слабеет, и мне недолго осталось. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое, пока мои родители страдают, и я вместе с ними. Я не хочу, чтобы так все закончилось. Что? Ты что говоришь? Я о том, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по всему городу, будучи детьми, и делали все, что захотим. И сегодня ты вернулась ко мне. И я хочу, чтобы это было последним воспоминанием. Ты понимаешь? Хлоя, ты здесь! Просто... Я так рада, что ты здесь.
Ты будто под кайфом. Но спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в CSI Arcady Bay, и теперь я сижу в замешательстве, пытаясь сопоставить всю эту инфу. Кейт была не первой. И все эти бабки для остальных жертв. А, Виктория следующая. Нейтан, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел. Неправда. Это все постановка, да? Так? Свалка. Макс, нам нужно найти это место быстро. Тогда мы все узнаем. Она не могла умереть, нет. Она просто позировала, Макс. Я знаю. Прошу, пойдем. Рэйчел! О, боже, нет, нет, прошу, только не она! Хлоя! Рэйчел, за что? Мне так жаль, Хлоя, мне так жаль. Я так ее любила. Как она могла умереть? В каком мире это могло произойти? Кто это сотворил? Я не знаю, что, ребят, что сказать. Я не знаю. Ну уже, Макс, мы почти добрались. Прошу, очнись! Еще чуть-чуть! Не бойся, все будет хорошо! Макс, Макс, ты меня слышишь? Прошу, не молчи. Ой, я похоже, отрубилась. Слава прости. Богу, больше никогда так не делай, ясно? Я клянусь, но этот кошмар был таким реальным, таким страшным. Это моя буря. Я начала все это. Я причина всего этого. Я так часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей. И все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Да пошло оно все, да? Тебе эти силы были дарованы. Ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Только Рэйчел за что? Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Колфилд. И ты потрясающая. Макс. Другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок 1000 лет назад. Ты можешь использовать это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется. Мне... Да к черту! Нет, ни за что! Сейчас для меня важна только ты. Кроме тебя мне никто не нужен. Я знаю. Ты много раз это доказывала. Хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от мамы. Только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни. Больше, чем я. Не говори так. Я тебя не променяю. Это не торги.
А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадией Бэй с того момента, как ты спасла меня. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу. Хлоя! На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс, только ты и можешь. Пиздец. Что за выбор ебаный? Чисто из логического, конечно, лучше первый выбрать. В плане одного человека на миллионы, да, променять. Но с другой стороны, можно и не то, не то выбирать, пожалуйста. Можно и то не буду, выбирать. Блять, я не знаю. Но чисто говорю, выбрать первое, чтобы одним ею пожертвовать, чтобы ей пожертвовать, чтобы спасти миллионы, даже сотни тысяч. Либо пожертвовать сотни тысяч, чтобы спасти ее. Я не знаю. Я не знаю, ребята, сложный выбор. А вообще, ну, это, я не знаю, честно, я не знаю. Я не знаю. Бля, как бы я поступил? Хлоя пожертвовал либо Аркадия Бэй, либо целым городом. Наверное, логично поступить первым вариантом. В плане выжить большинство. Типа выживить весь город, но пожертвуем мы самым дорогим человеком. В данной игре, да? Либо же выбираем этого дорогого человека на жертвенном городе.
Бля, я не знаю, честно. Давайте мы с вами посмотрим сегодня две как раз концовки, да, я думаю. И ту, и другую посмотрим, но сейчас, бля, я не знаю, честно. Я бы сделал так вот. Макс. Это мое прохождение, ребят. Пора. Пусть будет так, пусть будет так. Уже нет. Макс, я всегда буду с тобой. Не знаю, правильный выбор, неправильный. Но это мое прохождение, ребят. Ну такое прохождение мое будет. Трэш. Трэш. Перед таким выбором с постом. Ты трэш. Перед таким выбором нас просто поставили. Ой, спасибо, разработчики, классная игрушка. Честно, можно сделать даже вот так вот. Нужно. Хорошая игра. Очень хорошая. Спасибо, разработчик, за эту игру. Все разработчикам и всей команде, кто это делал. Ну, выбор будет таким. Правильно, неправильно. Не знаю. Я бы считал, что вот так, наверное, будет правильно. Возможно, неправильно для кого-то. Возможно, вообще неправильно этот выбор, да? Не самый хороший. Может, это не хорошая концовка. Я не знаю. Но это мое прохождение. Пусть оно будет таким. Эпизод 5, раскол. Закончено. Сейчас посмотрим вторую концовочку. Собственно, да? Хотя нет. Она будет в самом конце, ребята. Такая вот игрушка была. Интересная. Очень классная игра. Реально, спасибо разработчикам, всем команде, кто это делал. Сюжет просто закручен. Просто как только можно. Это вводит за нос на протяжении всей игры абсолютно. Побольше бы таких игр было. Побольше бы таких игр было. Спасибо вам, что вы были со мной в этом приключении. В эту увлекательную историю.
Но она еще не закончена, ребят. Есть же еще игра чисто про Хлою. И мы ее тоже пройдем. Спасибо вам, ребят, что были с вами в этом прохождении. Пишите мне в комментариях, мне интересно будет его почитать. Игра мне очень игра понравилась. Очень понравилась игра. Классная игрушка. Классная игрушка. Она, скорее всего, встает также на полочку вместе с метро, с сталкером, вот этим, и The Walking Dead, там, да, The Wolf Among Us, вот эти все игры, которые, ну, которые стоят на полочке, да, на моей личной полочке. Она туда встает в любом случае. Прошел бы я еще раз, да, я его проходил, я прошел еще раз ее и кайфанул. Классная игрушка. Очень классно. Рекомендовал бы я вам пройти ее? Рекомендовал бы. Очень классная игра. Погрузиться в эту историю, это прям классно. Спасибо еще раз, ребят, за просмотр. Это была The Life is Strange 1. Увидимся в следующих играх. Давайте. Вы решили пожить Аркадий Бэй. Итак, ребят, смотрим с вами. Как я обещал, в конце будет вторая. Макс, Макс, ты меня слышишь? Второй финал. Посмотрим, что сейчас будет. Не молчи. Я похоже отрубилась. Слава Богу. Больше никогда так не делай, ясно? Я клянусь. Но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. Честно, не знаю, правильно выбор я сделал или нет. Типа. Хороший исход это в этой игре, хороший это выбор или нет, или плохой, наоборот, я не знаю. Но это мой выбор, это мое прохождение, грубо говоря. Посмотрим, какая будет вторая концовочка у нас, да, здесь, грубо говоря. Это моя буря! Я начала все это! Я причина всего этого! Я так часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей! И все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Да пошло оно все, да? Тебе эти силы были дарованы. Ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Только Рэйчел за что? Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Колфилд. И ты потрясающая. Макс, другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок тысячу лет назад. Ты можешь использовать это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется. Мне... К черту! Нет, ни за что! Сейчас для меня важна только ты! Кроме тебя мне никто не нужен! Я знаю! Ты много раз это доказывала!
Хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от мамы. Только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни. Больше, чем я. Не говори так. Я тебя не променяю. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадием Бэй с того момента, как ты спасла меня. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу. Хлоя! На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала... Очень сложный выбор. Блин, разработчики очень сложный выбор поставили. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс. Только ты и можешь. Ну почему? Зачем они так сделали? Специально. Так, смотрим вторую с вами. Концовочку. Финал. Смотрим второй финал с вами. Макс. Пора. Хлоя. Мне очень-очень жаль. Я не хочу этого делать. Я знаю, Макс. Но мы должны всех спасти. Правда? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за Рэйчел. Наша с тобой неделя. Это самый драгоценный прощальный подарок. Ты мой герой, Макс. Ох, Хлоя, я буду очень по тебе скучать. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд, только попробуй меня забыть. Никогда. Так. Это вот эта концовка задумалась с разработчиками или что? Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до 3. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Ты босс. Бабочка. Чего тебе? Чем синяя? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой. И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его. Не смей мне указывать. Меня достало, что люди пытаются мной помыкать. Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой шпали даже скучать не станут. Убери от меня пушку, псих! Улетела бабочка. Тут связано что-то с Хлоей, да? Как будто это была Хлоя, может, Рэйчел, не знаю. Рэйчел или Хлоя, не знаю. Но связано как-то с этим всем бабочка. Это. Интересно, что означает эта бабочка вообще, в принципе.
Это грустный финал. Они оба грустные. Но если смотреть со стороны наблюдателя, нас привязывали к этим двум персонажам, к Максу и Хлое. Хлое и Макс нас привязали очень сильно. Но этот, видите, даже по саундтреку довольно-таки грустный финал. То есть вот такой финал, да, задумывался? Разработчик, я так понимаю, правильно? Да, видимо, этот финал задумывался разработчиками. Грустный финал. Грустный. С другой стороны, видите, тут спасли мы город. Не знаю, но, видимо, такой, видимо, задумался финал. Я не знаю, честно. Скорее всего, это задумался финал такой. С разработчиками. Тут тот самый линёнок, или что это, лама? Еще и в платье, смотри, ходит. Да, видимо, такой финал задумывался. Разработчик, мне так кажется. Думаю, бы сделал на лидера. Да, такой финал задумывался, уверен. Довольно-таки грустный. Но финал. Бабочка. Грустный финал, грустный. Не оба грустного, вообще факта не оба грустного. Не сказал бы, что один лучше второго финала. Нет, оба грустные финала. Просто ты жертвуешь городом ради Хлои. Жертвуешь Хлои ради города. Видимо, такой финал задумался разработчику.
Мне кажется, знаешь, что это за бабочка? Что это Эйса Махлоя? Мне кажется, бабочка это Эйса Махлоя. Как будто бы, как будто бы. Да уж. Да уж. Такой второй финал, ребят. Теперь точно все, ребят. Спасибо еще раз, что вы были со мной в этом прохождении, в этой прекрасной истории. Классная игрушка, классно. Спасибо разработчикам еще раз, реально всей команде, кто это делал, делал эту игру. Спасибо, Роме, за такой шедевр, реально. Классная игра. В принципе, ребят, спасибо вам еще раз за просмотр, за то, что вы были со мной в этом путешествии. Увидимся в следующих играх. Давайте.